И вы знаете, когда я пошла в аптеку во французскую и сказала: «Пожалуйста, найдите мне крема, где есть фруктовые кислоты в составе», они посмотрели на меня как на дуру и сказали: «Что это такое? Мы такого вообще не знаем. Вы, наверное, ошиблись». Вот в таких, у нас здесь называется это парафармасии, огромных магазинах, никто не захотел пойти и посмотреть и узнать, что это такое фруктовые кислоты. И тогда мне пришлось самой через интернет на сайте BioWay, я уже рассказывала про него, это сайт натуральной косметики, натуральных добавок, выписывать себе крема. Крема, где черным по белому было написано «крема с кислотами». Я сказала: «Черт с вами, выпишу и попробую сама». И сейчас я вам покажу эти крема. Ну вот, делюсь с вами моими сокровищами, которые в 40 лет избавили меня от прыщей. Они этого стоят. Еще раз вам уточню, я не медик, я не знаю, опасны эти кислоты для нашего организма, не опасны. То есть я не могу вам этого сказать. Если вы хотите узнать, то, наверное, забейте в гугле, пойдите в вашу аптеку к каким-то знакомым врачам и спросите. Я вам буду сейчас показывать то, что мне помогло, и то, что я купила или по интернету, или в наших французских аптеках. Итак, начнем с того, что очищение кожи утром и вечером – это очень важный этап, если у вас проблемная кожа. Очищение свое я провожу с вот таким вот, это бы как бы гель, крем. Я купила его на BioWay, он с кислотами, фруктовыми кислотами, и кожик асид, кожик кислоты. Я не знаю, что такое кожик, но видела, что есть полемика по этому поводу. Если кто-то знает, напишите мне. То есть это такой вот гель, и в нем есть гранулки, как бы скраб. Вот этим гелем я очищаю кожу в основном вечером. Я думаю, что вечером и утром это будет уже слишком. Набираю его на умытое лицо и массирую. Массирую или спонжиком, или Фарео Луна, или чем-то другим, то, что у вас есть. Итак, вот это средство. Если кому-то нужны сноски, где я его купила, для девушек, которые живут во Франции, напишите, обязательно оставлю. То есть первый этап очищения кожи. Все на том же сайте BioWay. Я купила крем для глаз, также с против старения, да, из той же серии. Ну, для глаз он, наверное, не с кислотами, нет. И сыворотку. Сыворотка с гиалуроновой кислотой, с кислотой и кислотами, также фруктовыми кислотами. То есть наносите, очистили кожу, наносите крем под глазами, наносите сыворотку и потом вот такой вот крем. Это все делает марка BioWay. Привозят они ее откуда? По-моему, это не Франция, это Америка идет уже. Кому интересно, я оставлю ссылки внизу, и вы можете посмотреть на их сайте. Это никакая реклама, этот сайт мне дала сестренка, которая заказывает кучу витаминов и всякой разной всячины на этом сайте. Вот так. И два раза в неделю я наношу вот такой ночной пилинг Dermaye. Я видела, что девочки тоже на YouTube заказывают эту марку. Тоже на BioWay я ее купила. Это такой вот ночной пилинг с кислотами, который вы наносите на лицо. Он типа обыкновенного крема. И утром просто массируете и снимаете. Я это делаю два раза в неделю.
Но есть еще совершенно другой выход. Если вы не хотите заказывать все это по интернету, то во французских аптеках, я надеюсь, может быть, и в русских аптеках уже, вы можете найти средства теперь с фруктовыми кислотами, которые доступны всем и которые стоят не очень дорого. То есть крем где-то в пределах 10 евро. И то, что, чем я пользуюсь, сейчас я вам покажу. То есть каждый вечер я наношу вот этот крем. Это марка Uriage K18 для жирной кожи. То есть он как бы матирует кожу и сужает поры. И вот этот крем, он тоже идет с кислотами. А, да, не сказала, что вот этот крем, я наношу его вечером, так как он такой немножко жирноватенький. Он увлажняет кожу. Она также выпустила, вот так называется, подсос Soin Local. То есть это такой вот, как глина какая-то, что ли. Если у вас возникает прыщик, вы просто намазываете на ночь, и он засыхает. Выглядит так баночка. И на сегодняшний день во Франции марка Ducray. Это вообще была марка для... Вы, наверное, ее знаете, для волос. Она такая красная идет. Для выпадения волос, есть шампунь и так далее. Сегодня вот они стали тоже выпускать крема с кислотами. С кислотами по-французски это PHA или фруктовые кислоты полигидроксиасиды. То есть вот здесь вот мелкими буквами написано все это. Для проблемной жирной кожи. Вот этот крем я наношу утром, так как он не жирный, легкий и идеально как база под макияж. А это маска. Маска с кислотами. Она вот такого вот голубенького цвета. В ней тоже как гранулки, как будто скраб. Скрабик есть немножко. Вот. Такие средства. И еще я заказала acide de fruits. Просто вытяжка из фруктовых кислот. Aromazone. Есть такой сайт Aromazone. Вот эту вытяжку, посмотрите, сколько здесь миллилитров. 100 миллилитров. И стоит это, по-моему, 11 или 12 евро. Вы, кому интересно, тоже оставлю ссылку внизу. Вы просто капаете несколько капелек в ваш дневной или ночной крем. Я пока еще не использовала много, так как у меня все эти крема. Ну, думаю, что отдельная вещь. Если хотите сэкономить, то почему бы и нет. Девочки, милые женщины и мужчины, если меня смотрите, не нужно воспринимать все буквально. Каждый из нас, он индивидуален. И у каждого из нас свои потребности. У каждого из нас своя кожа. Поэтому не бросайтесь сразу на что, на все это, не скупайте все. Просто купите один из кремов, которые я вам показала, и попробуйте. Это не очень большие вложения. Я говорю про аптечные крема, так как те крема, которые я показала в начале на Биавеа, они стоят дороже, да. А без скидки они даже, можно сказать, очень дорогие, по-моему, больше 30 евро один крем стоит. Попробуйте. Я думаю, что стоит искать. Если у вас какая-то проблема, стоит искать, стоит сходить к дерматологу, стоит читать, пробовать и особенно надеяться, что однажды все у вас будет хорошо.
Все мы хотим быть красивыми, все мы хотим быть молодыми, все мы хотим быть ухоженными, и все это возможно. Стоит только приложить немножечко усилия, немножечко труда и немножко своего времени. Вот так. Вот такие вот мои секретики. Раскрыла вам все секреты. Надеюсь, что этот эффект у меня будет сохраняться. Если нет, я вам расскажу, конечно же. И всех с наступающим Старым Новым Годом. Всем прекрасной, чистой, здоровой кожи и хорошего настроения. До скорой встречи. Ваша Светлана Франция.